Всем привет, меня зовут Богдан, и сегодня я вам покажу, как сделать вертушку из бумаги. Для этого нам надо две бумаги А4, иголка, ножницы и зубочистка. Берем мы бумагу А4, ту мы отложим. Теперь мы вынимаем вот эту бумагу по диагонали. Теперь мы должны отрезать ее вот так. Вот у нас вышел квадрат. Теперь мы берем длинную вот так вот. И разгинаем. Теперь мы берем вот этот конец и загинаем мы его. Потом мы его опять загинаем. А следующий конец мы его вот так загинаем. У нас должно получиться вот так. Теперь мы берем. Загинаем вот так. Вот. Теперь мы отрезаем его. И то так же мы берем новую бумагу и отрезаем ее по диагонали. И отрезаем. Теперь мы его разгинаем. И опять же так же самое мы его разгинаем. Теперь разгинаем его вот так вот. И тут так же. И вот тут мы разгинаем его вот так. Теперь мы делаем. Вот так вот. Теперь мы его переворачиваем и тут тоже. Так же самое. На сторону. И отрезаем. У нас должно получиться вот так. Теперь мы берем клей и намазываем. Теперь мы берем вот эту часть и наклеиваем. Теперь мы снимаем его вот так вот. А тут вот так вот. Теперь мы вот этот край загинаем его, мы его склеим.
Клеим. А, должен получиться вот такой квадратик. Теперь мы берем иголку. И растыкаем. Теперь берем зубочистку и прокалываем. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Увидимся с вами в следующих видео.